Добрый день, дорогие друзья! На видео представлен обзор высотореза Fiskars Extended Power Gear UPS X86, что означает шестерня с увеличенной мощностью. Поехали! Я садовод-любитель и страшно боюсь высоты. Собираюсь использовать высоторез Fiskars на трех участках, где имеются около 10 деревьев возрастом от 5 до 15 лет. Ближайшим конкурентом Fiskars является высоторез фирмы Gardena. Но мой выбор, несмотря на цену и негативные отзывы, пал на него, так как он ремонтопригоден. К нему продаются запасные детали и к нему шла дополнительная насадка пила. Первые впечатления при его использовании очень обнадеживающие, хотя у профессиональных садовников на него противоречивые отзывы. Примерно за 2 часа работы обрезал по кроне 3 дерева, надеюсь, он меня не подведет и прослужит долго. Итак, краткий обзор выполнен. Кому было интересно, ставим лайки, комментируем и обязательно подписываемся на канал. Всем удачи и добра! До новых встреч!